Давайте начнем лекцию, открывающую нашу заключительную тему. Это связь физики элементарных частиц и космологии. И, соответственно, первое, на что мы должны обратить внимание, это на космологию как таковую. Для начала на классическом уровне. Да? Классический, конечно, не имеется в виду, что речь идет по классической физике в полном ее понимании, речь идет о неквантовом характере описания. Ибо в этом случае, понятно, для столь больших объектов мы не можем пользоваться ньютоновской механикой для описания движений масс всей Вселенной. И в этом смысле нам нужно воспользоваться какой-то разновидностью метрической теории гравитации. На сегодняшний день самой общеупотребимой является общая теория относительности, поэтому мы будем исходить именно из ее уравнений. Кроме того, эти уравнения, уравнения Гильберта Эйнштейна, они являются, входят в систему уравнений многих других моделей гравитации, не только общей теории относительности. Поэтому в целом мы должны исходить из чего? У нас в любой метрической теории гравитации есть связь между метрикой пространства-времени, то есть между свойством определения расстояний и углов, которые характеризуются обычным метрическим тензором. Ну, то есть мы записываем интервал в четырехмерном пространстве-времени ds квадрат через дифференциалы координат. Следующим образом, где же меню, как раз и есть тот самый метрический тензор. Метрика таким образом описывается метрическим тензором и теми величинами, которые на его основании строятся из метрического тензора по правилам дифференциальной геометрии. Как правило, ну вот сам метрический тензор, понятно, он так определен, как тензор второго ранга. Ну, из него можно построить всякие тензоры третьего ранга, там как какие-нибудь такие так называемые аффинные связности, которые характеризуют, ну, например, параллельный перенос вектора по некоторой прямой. Можно для искривленных пространств вести тензора четвертого ранга, типа тензора Риммана-Кристофеля, который характеризует искривление как раз пространства, а из него, в свою очередь, построить R-меню, тензор второго ранга, тензор Ричи, который тоже характеризует, но уже, может быть, менее подробно, более огрубленной информацией искривления пространства-времени, и, наконец, так называемую скалярную кривизну R, ну, которая просто есть свертка R-меню. По двум индексам, на самом деле, ее так называют скалярная кривизна. Все эти величины, они получаются путем дифференцирования и соответствующих потом сверток по тензорным индексам из G-меню. Таким образом, для нас центральным объектом всегда является тензор, метрический тензор, который и характеризует геометрию пространства. Да? А с другой стороны, мы говорим, что в этом пространстве есть распределение какого-то вещества. И это вещество характеризуется у нас, как правило, тензором энергии импульса. Т-меню. Ну, если так, это, как видно, тоже тензор второго ранга, четырехмерный. Если так обобщенно, немножко огрубляя ситуацию, представить себе его структуру, то заметим, что 0,0 компонента этого тензора связана с плотностью энергии, то есть попросту с плотностью ρ. У нас, как мы понимаем, плотность массы и плотность энергии не различается в теориях типа теории относительности. А вот здесь вот эти вот компоненты описывают потоки, поток энергии.
не связанный с ним поток импульса, а трехмерная часть 3 на 3 да, образует так или иначе тензор напряжений. Например, для покоящегося изотропного вещества с плотностью ρ и давлением P будет иметь тензор Т-меню следующей структуры. Здесь будет стоять ρ, поскольку никаких потоков нет, то вот эти компоненты будут нулевыми. Ну а для изотропного вещества тензор напряжения он диагонален. Здесь на диагонали будет стоять минус P, давление. P, давление P. Да. Я немножко поторопился. Они диагональные члены будут нулевыми. И тогда, как мы понимаем, для того, чтобы полностью охарактеризовать вещество, нам останется только задать связь давления и плотности, определяемая структура этого вещества, ну или так называемое уравнение состояния вещества. В термодинамике его обычно называют термическим уравнением состояния. В общем случае, конечно, нам нужно еще второе уравнение состояния, например, которое связывает плотность энтропии вещества с его характеристиками. Но, как правило, мы в эту сторону дальше ходить не будем. То есть, в общем, вот у нас есть характеристики метрики, есть характеристики вещества. В общем случае, для идеальной несжимаемой жидкости обобщением этого выражения уже с учетом возможных движений, да, для идеальной жидкости мы получаем тензор энергии импульса. Чаще всего мы его уню минус P на G меню. Да, где U – это четырех скорости каждого элемента вещества, ну а G меню – тот самый метрический тензор. То есть для мы будем моделировать вещество, всегда это такой один из распространенных приемов космологии, достаточно общий. Я как раз хочу обратить внимание, что мы во всех случаях будем моделировать вот таким соотношением. Ну и, как видно, поскольку здесь фигурирует P и ρ, то, соответственно, мы тоже должны будем сюда добавить уравнение состояния в виде связи P и ρ. Таким образом, мы будем считать, что метрику всегда можно описать метрическим тензором, G-меню симметричным тензором второго ранга. И второй симметричный тензор второго ранга, который у нас появляется, это тензор энергии импульса. И в систему уравнений всегда добавляется уравнение состояния вещества. Ну а, собственно, о какой системе уравнения идет речь? Во всех метрических теориях гравитации G-меню и T-меню оказываются связаны. Ну и в большинстве из классических теорий гравитации эта связь выражается уравнениями Гильберта-Эйнштейна. Да, у нас есть уравнение Гильберта-Эйнштейна, согласно которым R меню минус 1 вторая G меню R есть 8 пи G натри на Т меню. Да, то есть мы видим это уравнение, эта система уравнений, она как раз жестко связывает между собой, ну как, до определенной степени жестко. Понятно, что там уже в зависимости от метрической теории гравитации в этом уравнении, в этой связи может быть та или иная степень произвола. В некоторых теориях появляются дополнительные уравнения к этим, которые делают связь еще более жесткой. Но вот такое уравнение присутствует практически во всех метрических теориях гравитации, которые так более-менее считаются адекватными на сегодняшний день. Это вот уравнение Гильберта-Эйнштейна. Соответственно, теперь, задавая
Т-меню в таком виде, задавая свойства вещества, мы можем описывать дальнейшую эволюцию системы. И мы можем подойти к вопросу об эволюции такой системы, как Вселенная, достаточно прямолинейно. Сказать, что Вселенная – это большое облако вещества, в котором эволюция всего этого облака в основном определяется гравитационным взаимодействием, а значит, на языке метрической теории гравитации как раз связью метрики и тензора энергии импульса, да, вот, то есть вот этими уравнениями. Ну, а все прочие взаимодействия, они на самом деле внутренние для вещества. Да, они определяют взаимодействие между частицами вещества, которые мы считаем в целом электрически нейтральным, поэтому электромагнитные взаимодействия у нас тоже проявляются только локально. Да, ну а все прочие взаимодействия микроскопические, тем более локальные, соответственно, все прочие взаимодействия определяют структуру вот этой связи, уравнения между частицами вещества. Такая достаточно несложная, на первый взгляд, и в то же время, как оказалось, довольно продуктивная идея. Попробовать описать Вселенную как систему, подчиняющуюся уравнениям Гильберта Эйнштейна, с Т-меню в таком виде. И дальше варьировать свойства разных Вселенных только видом Петро. Да, то есть, задавая разные Петро, мы задаем Вселенные из разных наборов веществ. И можем их изучать. Но, конечно, в общем виде вот эта вот система уравнений в частных производных, нелинейная относительно компонент метрического тензора, она довольно сложная. И, как у всякой нелинейной системы в частных производных, у нее может быть бесконечное количество решений. Поэтому нужно для того, чтобы определиться поподробнее, как-то внести дополнительные модельные предположения относительно распределения вещества. Иначе в общем виде получается слишком сложная система. И следующий шаг, такой вот серьезный шаг после возникновения этих идей, сами эти идеи обсуждались и Эйнштейном, и Гильбертом, и многими другими из тех исследователей, которые занимались общей теорией относительности. Но такой наиболее подробный разбор ситуации в рамках естественных предположений был произведен Александром Фридманом. Он построил цепочку моделей Фридмана. К той картине, которую я вам только что описал, Фридманом было, по сути, всерьез добавлено еще одно требование. Он сказал, давайте сделаем предположение, что наша Вселенная является однородной изотропной. Понятно, что без такого подобного предположения мы ничего сделать не можем. Потому что в реальности мы знаем только маленький кусочек Вселенной. Экспериментальная информация у нас доступна с небольшого кусочка Вселенной. И поэтому мы в принципе не можем сказать что-то такое реалистичное про Вселенную, если не сделаем подобного предположения. Если допустим, что в тех областях нашей Вселенной, которые недоступны нашему исследованию, физические свойства материи могут существенно отличаться от того, что мы видим здесь. Да, вот по сути, мы должны сформулировать некий постулат, без которого мы вообще не можем заниматься космологией. Мы должны взять и торжественно произнести клятву, я бы сказал, профессионального космолога. Я верю в то, что Вселенная во всех местах, недоступных моему изучению, устроена примерно так же, как в тех местах, которые я могу изучать. Только после этого мы можем обобщать информацию о материи в наблюдаемой части Вселенной на всю Вселенную. Естественно, мы можем предполагать, что вся Вселенная, она больше или даже значительно больше, чем доступная нашему наблюдению ее часть. Это вполне разумное предположение. Изучение распределения материи в наблюдаемой части Вселенной, в принципе, подтверждает эту идею Фридмана. Отклонения от однородности и от изотропности мы, конечно же, наблюдаем, но они очень незначительны. То есть понятно, что где-то у нас есть там нейтронная звезда с плотностью там 10 в 14 грамм на кубический сантиметр, где-то у меня есть межгалактическое пространство с вопиюще маленькой плотностью. Понятно, что здесь неоднородность налицо. Но если мы
будем усреднять плотность вещества в наблюдаемой части Вселенной, используя для усреднения такие элементарные клеточки, объемчики, такого размера, чтобы в каждую из них попадало много галактик, но если будем, не будем обращать внимание на мелкомасштабную структуру Вселенной, и будем изучать только крупномасштабную структуру, то она оказывается, наблюдаемая часть Вселенной, в высокой степени однородна изотропна. Отклонение от изотропности и однородности в зависимости от используемых масштабов усреднения, они колеблются от там, нескольких процентов до десятых долей процента. Здесь на уровне 10⁻² и 10⁻³. Это хорошая степень однородности и изотропности. И можем считать, что эта гипотеза Фридмана, она обоснована. Итак, модели Фридмана – это модели для однородной и изотропной Вселенной. В этом случае такое предположение очень сильно ограничивает возможный набор метрических тензоров, конструкции метрического тензора. И мы можем, например, заявить, что в качестве временной координаты можно использовать некое собственное время Вселенной. Но такое утверждение означает, что если я сижу в одной точке и меряю интервал, связанный только с изменением времени, то ds у нас будет совпадать с dtau. Да? Соответственно, это будет означать, что метрический коэффициент g00, он как раз будет взят за единицу, и мы этого добились выбором временной координаты. Однородность и изотропность приведет к тому, что остальные компоненты метрического тензора будут функциями только радиальной координаты r, ну и может быть единая для всех множитель, зависящая от t. И у нас еще будет произвол в выборе самой радиальной координаты. Да, понятно, что если у меня есть введена какая-то радиальная координата, я всегда могу перейти от нее к другой, которая монотонно связана с этой. Да, то есть ясно, что если я там от переменной r перейду к переменной h' равной там r квадрат на какое-то a, то, в общем, это вполне допустимое преобразование. Всегда. Поэтому с помощью масштабных преобразований метрику для изотропной однородной Вселенной, с помощью масштабных преобразований и правильного выбора переменных, всегда можно привести к такому виду. dt в квадрате минус a квадрат от t на dr в квадрате единица минус kr в квадрате плюс r в квадрате до омега в квадрате. До омега в квадрате, как обычно, соответственно, у нас не что иное, как вот элемент метрики для сферической системы координат, то есть dθ в квадрате плюс синус квадрат θ dφ в квадрате. При этом множитель a от t называется масштабным фактором этой метрики. Ну и вот очень важное вот это вот слагаемое, на самом деле мы видим, что у нас есть, на самом деле как бы ясно, что k я вроде бы могу изменять путем масштабных преобразований, изменением масштаба по r я могу менять множитель k. Ведь r это у меня, ну понятно, такое как раз есть радиальная переменная. Но в действительности важно, что изменением масштаба вы не можете изменить знак k. И не можете превратить не нулевой k в нулевой и обратно. Поэтому три принципиально разных значения k, которые не сводятся один к другому никакими масштабными преобразованиями, это плюс 1, 0 и минус 1. Но в чем отличаются эти три случая? Понятно, что если я рассмотрю трехмерное такое пространственно-подобное сечение, то есть возьму dt равняется нулю, да, и посмотрю, какая получится метрика в эффективном трехмерном пространстве, то
Обратите внимание, понятно, если k равняется нулю, у меня здесь получится элемент, очень похожий на, ну, с точностью до масштабного фактора, это будет просто метрика трехмерного пространства Эвклида, эвклидового трехмерного пространства в сферических координатах. dr в квадрате плюс r в квадрате до омега в квадрате. Поэтому в этом случае k равняется нулю, мы называем такую метрику плоской. Ну и соответствующая модель Фридмана называется плоской моделью, моделью плоской Вселенной. Соответственно, если k равняется плюс 1, то сразу видно, что в этом случае диапазон изменений r, он конечен. Что у вас при определенном значении r, там, при r равняется 1 в выбранном масштабе, у вас там наблюдается сингулярность. В метрике, оказывается, у вас получится. И r у нас будет ограничена. Да? В этом случае эффективная метрика трехмерного сечения, она будет отвечать, как, то есть, с точки зрения геометрического образа, метрике трехмерной сферы, вложенной в четырехмерное пространство, по сути. И в этом случае такой мир мы, соответственно, называем замкнутым миром. Ну и, соответственно, Вселенная, да? Плоская метрика, плоская Вселенная. Ну а плюс 1, понятно, у меня r может меняться в произвольных масштабах, то есть в этом случае сечение наше трехмерное не ограничено, не компактно, и можно показать, что это получается трехмерный гиперболоид, вложенный в четырехмерное пространство с геометрической точки зрения. Соответственно, такую метрику называют открытой. Метрика и, соответственно, Вселенная. Вот у нас есть три класса моделей Фридмана. А, да, спасибо, давайте я поменяю. Я как раз рассказал вам правильно, а записал неправильно. Спасибо. Давайте вот так напишем. Ну, то, что тут я знак минус перед k уже поставил в соответствующей метрике. Ну вот у нас есть некий тип, выбран тип метрики, выбран тип G-меню, и, соответственно, остается подставить этот G-меню и это T-меню вот сюда, чтобы получить уравнение модели Фридмана. Да? То есть какими будут уравнения соответствующих моделей. Ну то есть, понятно, они получаются просто подстановкой G-меню в нашей метрике, выбранной, и T-меню, и тензора энергии импульса, который мы выбрали, в уравнение Гильберта-Эйнштейна. Тогда уравнения Гильберта-Эйнштейна приведут к следующим уравнениям. Понятно, это будут уравнения относительно функции А от Т, потому что все остальное здесь зафиксировано. Ну, А от Т, и оно будет связывать А от Т с распределением вещества, то есть с П и с Ро, с давлением и плотностью. У нас получится такая система уравнений. Минус 4πg на 3, соответственно. Ро плюс 3π на А. Это первое уравнение. Соответственно, второе уравнение А с точкой на А в квадрате плюс К, поделенное на А в квадрате, равняется 8πg на 3 на Ро. Ну и последнее уравнение модели. Это, собственно, уравнение, которое мы уже выписывали. P равняется P от ρ. То есть видно, как только мы задаем конкретное уравнение состояния, дальше мы решаем просто вот эту систему уравнений и узнаем, как будет меняться масштабный фактор Вселенной. Это вот и есть уравнение модели Фридмана. Они получаются такими. Конечно, как видим, они тоже нелинейны. И не при любом, естественно, P от ρ их легко проинтегрировать, естественно. Тем не менее, было проведено общее исследование их свойств. Свойства решения, основные выводы, да, выводы из анализа этих моделей. Первый, самый замечательный вывод, с которого, по сути, началась космология, как таковая в нынешнем виде, он выглядит следующим образом. Если у вас вот ρ плюс 3π
всегда больше или равно нулю, то в решении всегда существует так называемая точка сингулярности. ТЦ. Такой момент ТЦ, что А, ТЦ тождественно... ТС давайте напишу. ТС сингулярности давайте. А ТС равняется нулю. Причем решение, оно существует по одну сторону от этой точки сингулярности. Соответственно, традиционно считают ТС началом времен. Да, то есть возникает такая модель... которая получила название модели Большого Взрыва, да, при которых вот эту самую точку сингулярности мы отождествляем с началом времен и говорим, что Вселенная рождается из объекта нулевого размера практически, да, из точки в этот момент времени, а дальше начинается ее расширение. Да. При t больше нуля при этом... А от t больше нуля. А? Ну, у вас, вы можете слева от сингулярности построить решение или справа от сингулярности по времени. Пройти через точку сингулярности, сшив решение, ну, не очень хорошо. У вас здесь теряется возможность однозначной связи в этом случае. Но это вполне логично. Вот у нас в какой-то момент все родилось и начало разлетаться. На самом деле под этим, конечно, есть серьезное экспериментальное основание. Здесь сразу вспоминается, то есть эмпирическим основанием модели Большого Взрыва послужило открытие закона Хаббла. Его часто называют первым космологическим открытием. Да, у нас есть... закон Хаббла. Хаббл был человеком, то есть пионером, он в астрономии прославился как пионер внегалактической астрономии. В некотором смысле он и создал внегалактическую астрономию, потому что, задумайтесь, там каких-нибудь 100 лет назад, ну 100 лет назад, в 1918 году, в мире было всего несколько человек, которые верили в том, что существуют объекты за пределами Млечного Пути, за пределами галактики Млечный Путь. И Хаббл был одним из этих нескольких человек. И именно он первым доказал, что объект, видимый в наши телескопы, некое туманное пятнышко, которое мы теперь называем туманностью Андромеды, является внегалактическим объектом, не принадлежит Млечному Пути. Теперь мы знаем, что это просто другая галактика, одна из довольно близких к нам галактик. Ну, в масштабах наблюдаемой части Вселенной это очень близкая к нам галактика. И вот мы ее видим в виде такого туманного пятнышка. Но впоследствии, занимаясь внегалактической астрономией, Хаббл обнаружил огромное количество таких пятнышек, вот, в чем немало способствовало строительство одного из, ну, лучшего на тот момент телескопа. На горе Паламар, Маунт Паламар, так называемый. И дальше Хаббл очень многие годы провел там, изучая подобные туманные пятнышки. И у него была совершенно блестящая работа, где он стал мерить спектры излучения, приходящего от этих туманных пятнышек. И выделяя из них линии, знакомые спектры известных элементов, но в первую очередь водорода, которого много во всех галактиках, он обнаружил то явление, которое мы теперь называем красным смещением. То, что у всех галактик спектральные линии, их излучения смещены в красную область по сравнению с излучением этих же элементов, ну вот здесь на Земле. И это можно было интерпретировать как результат доплеровского сдвига, связанного с разбеганием галактик. И Хаббл
тем самым принял модель разбегающихся галактик. Да? Он, соответственно, закон Хаббла описывает разбегание дальних галактик. От нашей. И рассчитав по частотным сдвигам скорость убегания дальних галактик, Хаббл обнаружил замечательное свойство, удивительное совершенно, которое выражается в том, что VR, скорость удаления от нас галактики по лучу зрения, с хорошей точностью прямо пропорциональна расстоянию до нее. То есть чем дальше от нас галактика, тем быстрее она убегает. То есть мы видим распределение галактик вокруг себя не неподвижным, а движущимся, так, будто бы все они убегают строго от нас и скорости подчиняются закону Хаббла. Но, конечно, можно простым кинематическим построением заметить, что это вовсе не означает, что мы сидим в центре мира. Но если существует некий центр, от которого все вещество в наблюдаемой части Вселенной разбегается по радиусу со скоростями, подчиняющимся закону Хаббла, то прямым вычислением в одну строчку легко обнаружить, что такую же картину будет видеть наблюдатель, сидящий на любом из объектов. Ну, просто потому что относительная скорость, векторная разность скоростей, благодаря закону Хаббла, тут же преобразуется в h на векторную разность расстояний от данного центра, который превратится в вектор относительного положения. Так что, несомненно, у вас немедленно получится так. Ну а дальше была замечательная работа Георгия Агамова, в которой он предложил переписать эту формулу немножко по-другому. Да? Вот. И сказать, что это просто формула расстояния равняется скорости, умноженная на время. То есть его идея была очень простой, что такое распределение скоростей может быть образовано очень простым естественным способом. Надо собрать всю материю Вселенной практически в точку, в маленькое плотное ядро, взорвать это все так, чтобы все полетело примерно однородно во все стороны. А дальше все, естественно, произойдет так. То, что полетит быстрее, улетит дальше. И мы увидим вот такую примерно картину распределения скоростей. Таким образом, единица на h – это не что иное примерно, как время разбегания от начала старта, от большого взрыва. И из закона Хаббла впервые была сделана оценка на возраст Вселенной. Если взять просто единицу на h, то это получается около 14 миллиардов лет. Так была первая оценка на то, что возраст Вселенной нашей в районе 14 миллиардов лет. Это появилась первая оценка. Да, как видно, действительно, свойства наличия точки сингулярности и развития одних решений в моделях Фридмана, оно так хорошо согласуется с экспериментальным законом Хаббла. Да? Но второе важное свойство связано с тем, как k влияет на структуру решений. Да, у вас для любого разумного более или менее уравнения состояния, при заданном уравнении состояния мы видим такую картину, что зависимость А от Т в случае замкнутой Вселенной, соответствующая зависимость имеет какой-то вот такой вид. То есть у нее помимо точки сингулярности 0 существует вторая точка сингулярности. Вот я ее обозначу ТЦ. Какая-то. Это для случая замкнутой Вселенной, когда k равняется плюс единице. Для случая же k равняется нулю, мы имеем какую-то такую кривую для плоской Вселенной,
А для открытой Вселенной у нас, то здесь у меня на самом деле скорость при t, стремящемся к бесконечности, стремится к нулю. Vr стремится к нулю при t, стремящемся к плюс бесконечности. А для k равняется минус единица для открытой Вселенной, у нас Vr стремится к константе, отличной от нуля, при t, стремящемся к плюс бесконечности. То есть вот мы видим, что три типа моделей приводят к трем типам решений. В качестве некого такого примера, ну, можно рассмотреть такую оригинальную Вселенную, которая содержит только электромагнитное, свободное электромагнитное поле, только бегающие фотоны, ультрарелятивистский газ. Как мы помним, у газа фотонов уравнение состояния выглядит следующим образом. Давление есть 1 треть ρ. Да, вот это вот ультрарелятивистский фотонный газ. Давайте скажем, что это у нас Вселенная, в котором все вещество – это фотонный газ. В этом случае мы обнаруживаем, что решение уравнения становится довольно простым. Вообще, мы можем заметить из уравнений модели существование некого первого интеграла. Да? Он у нас выглядит следующим образом. Ρ с точкой А в кубе плюс 3 P плюс ρ на А в квадрате А с точкой равняется нулю. Да? И если у вас действительно P равняется 1 треть ρ, то вот здесь стоит у нас 4 третьих, умножить на 3 получается четверка. И мы видим, что это можно записать в виде d по dt, ну, умножить еще на одно а. И это уравнение сведется, вот для нашего уравнения состояния, для p равняется 1 треть ρ, превратится в утверждение, что ρ а в четвертой равняется константе. Ну и, следовательно, тогда у меня получится, что ρ от t будет меняться по такому закону, и, соответственно, ρ будет стремиться к плюс бесконечности при t, стремящемся к нулю. То есть в окрестности нуля мы всегда будем иметь такую сингулярность плотности. То есть действительно у нас будет нулевой радиус и при этом бесконечная плотность. Мы можем также заметить, что дальше, используя это ρ от t, мы можем проинтегрировать уравнение для а. Я давайте сразу тогда напишу. У нас окажется, что в этом случае а от t, ну, удовлетворяющего начальному условию а от нуля равняется нулю, если написать, то а от t оказывается не что иное, как корень квадратный из t tc минус t. Да, где, ну, tc минус, прошу прощения, минус kt, конечно же, где, соответственно, tc, оно связано с параметрами Вселенной. Следующим образом, это не что иное, как 32π на 3 g на вот эту константу c в плотности. А ρ от t, в свою очередь, ну, дальше ρ от t понятно. ρ от t просто мы подставляем вот это вот сюда. И обнаруживаем, что у нас возникает такая связь. Нет, c, вот это c, это вот эта константа. Скорости света у нас здесь нет, потому что мы работаем в системе единиц. Как видно, у нас r и t измеряются в одних и тех же. Времена и координаты у нас, как видно, с одинаковой размерностью, то есть c равняется единице. Мы работаем в такой часто используемой в релятивистских теориях системе единиц. Но посмотрите, видно, например, что при k равняется нулю, а от t будет просто корень из θ c. Да, например, скажем, для плоской Вселенной при k равняется нулю, у нас а от t будет просто корень из θ на t. Ну, то есть, как видно, действительно,
она расширяется неограниченно, но при этом А с точкой стремится к нулю при Т, стремящемся к бесконечности. А в этом случае, как мы видим, ρ от Т оказывается просто наша константа на ТС в квадрате, Т в квадрате. Она, как видно, имеет сингулярность. На самом деле, нетрудно заметить, что для Т много меньше ДС, то есть вблизи начала времен, вот этой вот добавкой можно пренебречь, и значит, что все три модели вначале развиваются одинаково. Да, на малых временах все три вселенные, открытая, плоская, замкнутая, развиваются одинаково, а только на временах, приближающихся по порядку величины к ТЦ, начинаются различия. Ну и ТЦ как раз для замкнутой вселенной, когда К равняется плюс единице, именно то время, на котором снова вселенная возвращается к сингулярности. То есть она разлетается, тормозится и опять возвращается к сингулярности как раз за время ТЦ. Но нетрудно понять, что раз С у меня сидит вот здесь в выражении для плотности, на самом деле она просто связана с полной массой вещества. То есть можно вычислить полную массу вещества, она окажется линейно пропорциональна С. Оказывается, в таком случае. И тем самым просто чем больше вещества, тем больше эта константа С, тем дольше она живет. Единственное, я, по-моему, ТЦ, это ТЦ в квадрате, прошу прощения. Ну, вот так вот у нас будет записываться здесь. Еще можно обратить внимание, что для ультрарелятивистского газа, как мы помним, плотность энергии пропорциональна четвертой степени температуры, ρ. Да, и в связи с этим у нас, как нетрудно заметить, мы обнаружим, что температура, да, раз, будет убывать как единица на А, таким образом. Да, если мы вспомним закон Стефана Больцмана и связанное с ним выражение для плотности энергии, там на самом деле, конечно, не ровно такая степень, потому что для каждого сорта безмассовых частиц у нас должна быть свой вклад в плотность энергии, пропорциональный Т в четвертой. А если с ростом температуры у меня растет количество частиц, которые в данной Вселенной считаются ультрарелятивистскими, то будет расти чуть быстрее, чем Т в четвертой общая плотность. Но понятно, что в этой ситуации... Да, но понятно, что N от Т растет медленнее, чем Т, существенно медленнее. А если мы рассматриваем идеализированный мир, где вообще нет ничего, кроме фотонов, такой, да, то тогда, конечно же, у меня ρ окажется пропорционально Т в четвертой. Да. Вот я написал, не зависит от К практически. Ну и поскольку ρ пропорционально Т в четвертой, то мы понимаем, что Т пропорционально единице на А. Так что молодая Вселенная, она должна была быть очень маленькой, очень плотной и очень горячей. Так мы переходим к модели горячей Вселенной Фридмана. Нас, конечно, должно интересовать, а насколько, вот если по поводу Биг Бенга мы сразу увидели, что есть какое-то экспериментальное свидетельство в виде закона Хаббла в его пользу, есть ли какие-нибудь свидетельства в пользу модели плотной и горячей Вселенной? Оказалось, что да. Да, вот опять давайте. Эксперимент. Таковым свидетельством можно считать реликтовые излучения. Дело в том, что если мы, например, возьмем электромагнитное излучение, то мы обнаружим, что у нас длина свободного пробега фотона в веществе, она очень резко убывает с ростом плотности и температуры. На ρT, извиняюсь. Она примерно обратно пропорциональна произведению ρT. Ну и, как мы помним,
из тех зависимостей, что мы писали, она оказывается пропорциональна примерно А в пятой степени. То есть с ростом А длина свободного пробега очень быстро растет. И в ранней Вселенной, где температура и плотность высокая, эта длина свободного пробега была много меньше, чем А. И, соответственно, большинство фотонов, испускаемых, ну, которые там появлялись, они почти сразу же и поглощались веществом Вселенной. Таким образом, вещество и электромагнитное поле находились в равновесии. И у нас была такая равновесная стадия. Но длина свободного пробега росла значительно быстрее, чем А. И, естественно, она в какой-то момент догоняет А, а потом становится и много больше. Разумеется, в режиме, когда Эль-гамма уже много больше А, излучение свободно уходит от вещества. И фактически обмен энергии между веществом и излучением прекращается. То есть поначалу у нас была какая-то общая стадия, когда температура излучения и температура вещества были одинаковы, убывали синхронно, а потом они разошлись. Вещество остывало по-своему, излучение остывало по-своему, ну вот примерно как мы здесь установили. И у нас должно остаться такое электромагнитное эхо большого взрыва в виде фотонов, которые были излучены непосредственно вот в конце равновесной стадии, где-то в районе, когда Эль-гамма была в районе А. А дальше они уже летали свободно, постепенно остывал сам по себе фотонный газ. Вот этот фотонный газ, остывший с тех времен, назвали реликтовым электромагнитным излучением. Более того, в рамках наших моделей вполне можно просто отмоделировать весь процесс, введя какие-нибудь разумные предположения, опять же, об уравнении состояния вещества, которое может поглощать, излучать фотоны. И тогда можно было оценить современную температуру Т-гамма, да? Современную температуру реликтового излучения. Мы это излучение сумели обнаружить в 70-е годы и померить его температуру, которая оказалась вполне согласующейся с моделями горячей Вселенной, 2,7 Кельвина. Оно было обнаружено уже еще в прошлом веке, в 70-е годы, и потом мы его все подробнее и подробнее изучали. Сейчас мы видим, что действительно это излучение с высокой точностью имеет тепловой спектр, планковский, отвечающий данной температуре, и с высокой степенью однородно изотропно. Хотя некоторая небольшая анизотропия наблюдается, причем в основном эта анизотропия носит такой осевой характер. Ну, то есть она, это что означает? Существует такое преобразование Лоренца, такой переход в систему отчета, движущийся относительно нас, в которой это излучение выглядит практически изотропным, в котором эта анизотропия практически исчезает. Она оказывается на пару порядков меньше, чем в исходной системе отчета. В некотором смысле это измерение решает проблему эфирного ветра, которую не смогли решить в начале 20 века, когда хотели определить скорость Земли, скорость Солнечной системы относительно абсолютно покоящегося центра Вселенной, центра масс всей Вселенной. Фактически, если исходить из весьма правдоподобной гипотезы, что центр масс реликтового излучения должен совпадать с центром масс нашей Вселенной, то именно в системе отчета, связанной с центром масс Вселенной, реликтовое излучение должно быть наиболее изотропно. Так что таким образом можно считать, что мы можем померить скорость Земли относительно центра масс Вселенной. С помощью. Она оказалась 300 с небольшим километров в секунду и направлена, там астрономы пишут, как обычно, в направлении такой-то звезды, такого-то созвездия от Солнечной системы. То есть мы определили и величину, и направление этой скорости. Ну, правда, мы совершенно не представляем себе, где находится этот самый центр масс.
И, скорее всего, он находится за пределами наблюдаемой части Вселенной. Но в целом, как ни любопытно, вот мы можем, ориентируясь на измерения, связанные с реликтовым электромагнитным излучением, делать какие-то вполне разумные предположения. Но, с другой стороны, нам-то важно, что сама по себе идея существования реликтового излучения и предсказания, которые мы можем сделать в отношении температуры, оправдывающейся, она связана с самой моделью горячей Вселенной. С тем, что когда-то Вселенная была горячая и плотная, и в некотором смысле это почти прямая, ну, не совсем прямая, но почти прямая проверка этой модели. Более того, мы можем понять, что помимо электромагнитного излучения должно существовать нейтринное реликтовое излучение. Причем, опять же, можно достаточно уверенно предсказать, что поскольку нейтрино взаимодействует с веществом значительно слабее, чем... Ладно, давайте продолжим. У нас то же самое должно быть с нейтринным излучением. Единственное отличие, что нейтрино слабее взаимодействует с веществом, а значит, они должны раньше уйти из состояния равновесия. И значит, реликтовое нейтринное излучение успеет остыть сильнее. И действительно, реликтовое нейтринное излучение также было обнаружено в 90-е годы прошлого века. И температура реликтового нейтринного излучения примерно составляет 1,9 Кельвина, что тоже вполне просчитываемо, вполне укладывается в рамки модели горячей Вселенной. Но теперь мечта большинства людей, занимающихся реликтовым излучением, стоит в том, чтобы найти реликтовое гравитационное излучение, поскольку мы в существовании гравитационного излучения теперь уже и эмпирически не сомневаемся, да? То, конечно, мы понимаем, что должно было быть какое-то и такое излучение, но в реальности ни для одного, естественно, из существующих гравитационных детекторов задача это не посильная – зарегистрировать гравитационное излучение с температурой в районе Кельвина. Ну, это совершенно нереально. Понятно. Так что скорее это мечта, чем надежда, я бы даже сказал. Мы, тем не менее, можем себе представить, что существует реликтовое гравитационное излучение, но есть надежда у экспериментаторов зарегистрировать его, если напрямую, то по косвенным эффектам. Например, за счет рассеяния фотонов реликтового электромагнитного излучения на реликтовом гравитационном у нас может возникнуть некий интересный поляризационный эффект, который, возможно, даже удастся наблюдать экспериментально. Но было даже сообщение об одной из лабораторий, которые его пронаблюдали и тем самым косвенно доказали существование реликтового гравитационного излучения, но этот результат был оспорен представителями других лабораторий, и на данный момент идет тщательная проверка этого предположения. Видим мы его или не видим этот эффект. Но, тем не менее, сами по себе реликтовые излучения косвенно свидетельствуют о справедливости нашей модели, модели Фридмана. Так, как видите, у нас много всего интересного и хорошего предсказывает эта модель. Более того, мы уже довольно интенсивно стали заниматься моделированием разных ситуаций и подбором параметров модели, при которых предсказываемая ею эволюция масштабного фактора А от Т будет соответствовать эволюции наблюдаемой Вселенной нашей. То есть такая задача возникла. И, конечно, первый интересный вопрос, давайте третий, был связан с определением сценария. Так, как можно произвести определение сценария? Ну, то есть К. 0 плюс 1 или минус 1. К какому типу относится наша конкретная Вселенная? Является она открытой, замкнутой или плоской? Но здесь очень важно отметить следующие обстоятельства. То есть, если мы возьмем одно из наших уравнений, да, и заметим, что, собственно, у нас ведь постоянная Хаббла, как вы помните, это коэффициент пропорциональности между скоростью расширения и расстоянием. В этом смысле
мы видим, что А с точкой А современное значение равняется современному значению постоянной Хаббла. Поэтому, если я это уравнение разделю на h квадрат, то мы получим следующее соотношение. Единица плюс k на h квадрат a квадрат равняется ρ к ρc, где символом ρc это так называемая критическая плотность. Ну, как нетрудно, я ей обозначил величину, заметьте, 3h квадрат на 8πg, которая вот здесь у меня образовалась в знаменателе. То мы сразу обнаруживаем, посмотрите, величина критической плотности, она вычисляется по современному значению постоянной Хаббла. Если измерить реальную плотность Вселенной ρ, то нетрудно заметить, что вот этот вот параметр... Обычно отношение ρ к ρc обозначают омега и называют космологическим параметром омега. Нетрудно заметить, что омега будет обязательно больше единицы, если k равняется плюс 1. Омега в точности равняется единице в любой момент времени эволюции Вселенной, если k равняется 0. И, естественно, меньше единицы, если k равняется минус 1. То есть измерение постоянной Хаббла и существующей плотности позволяет определить k. А позволяет определить сценарий. То есть нам нужно измерить ρ и h и посчитать вот эту вот величину. Вот такой любопытный трюк. Но сам по себе он очень понятен, ведь, собственно, в чем дело? Если мы рванули слишком сильно, и вещество приобрело большие скорости, то оно улетит. Это гравитационное притяжение не сдержит их. Они разлетятся на бесконечность еще и с ненулевой скоростью. Ну, второй вариант, оно разлетается на бесконечность, но там скорость стремится к нулю. Это если начальная кинетическая энергия в точности равняется минус начальной потенциальной. Ну и если наоборот, кинетическая энергия меньше, чем необходимо для разлета на бесконечность, то где-то все остановится. Так что судьба примерно такая же, как у камня, подброшенного вверх. Но просто уравнение сложнее, разумеется. Здесь мы отталкиваемся от уравнения Гильберта-Эйнштейна, то есть уравнений модели Фридмана. Но результат, по сути, тот же самый. И у нас есть надежный экспериментальный результат. То есть как это сделать? Конечно же, астрономы сразу бросились мерить соответствующую плотность, постоянную Хаббла они померили. Ну и, возможно, вы слышали, для начала астрономы научились определять плотность видимого вещества, то есть такого вещества, которое излучает либо рассеивает электромагнитные волны. Оказалось, что плотность видимого вещества составляет около 5% от критической плотности. То есть, соответственно, у нас для видимого вещества ρ видимой материи к ρc это в районе 0,05. И если бы в нашем мире было только видимое вещество, мы бы, конечно, жили в открытой Вселенной. Но, как обнаружили астрономы, есть еще и темная материя. Это обычное вещество, но которое не излучает и не рассеивает электромагнитные волны, ну, как мы помним, массивные нейтрино. Да, или другие массивные слабо взаимодействующие частицы. WIMP, как их стали называть, Weak Interactive Massive Particles. Да, вот любые WIMP, они вносят вклад в эту самую темную материю. Мы пока не знаем всех реально частиц, которые вносят в этот вклад в нее, но по гравитационному полю, создаваемой темной материи, мы можем оценить ее плотность. Особенно это ярко получается, когда мы наблюдаем там галактики, вращающиеся вокруг общего центра масс. Мы можем сравнить массу видимого вещества в галактиках с массой, которая необходима для создания наблюдаемого движения. Оказывается, что масса темной материи, то есть плотность темной материи во всех галактиках в 4-5 раз превосходит массу видимой материи. Да, и, соответственно, масса темной материи к ρc это где-то в районе 22-23%.
Но, как видно, в сумме это все равно меньше 30% от критической плотности. И, казалось бы, это позволяет сделать вывод о том, что наша Вселенная открытая, но не тут-то было. Этот вывод должен иметь еще несколько следствий. Да? Как только мы сказали «Вселенная открытая», мы можем проследить за тем, как у меня постоянное Хаббла будет изменяться с течением времени и как плотность будет изменяться с течением времени. Оказывается, что изменение параметра омега, да, то есть мы в соответствии с уравнениями модели Фридмана можем просчитать эволюцию омега и обнаружить, что эволюция это выглядит следующим образом. У плоской Вселенной омега всегда равно единице. У замкнутой Вселенной омега, естественно, начинает быстро расти. Причем растет она ужасно быстро. У открытой же она очень быстро убывает. Оказалось, что скорость изменения омега очень велика. И если мы скажем, что сейчас омега у нас, скажем, 0,3, то это будет означать, что там на выходе первой секунды после большого взрыва омега должно было отличаться от единицы на какую-то фантастическую малую величину, типа 10⁻⁵ степени, или даже, по-моему, меньше. И все начинают думать, как это так удалось промахнуться мимо единицы на такую маленькую величину. Но потом темп, наблюдаемый темп изменения плотности, он тоже не выдерживает критики. То есть он соответствует как раз не омега, который в районе 0,3 сейчас, а омега очень близким к единице. То есть, скажем, если мы независимо пытаемся в современный момент определить омега по косвенным данным, по скорости изменения характеристик нашей Вселенной, то обнаруживается, что оно должно быть где-то вблизи единицы. Там получается такой диапазон, который захватывает единицу со средним значением где-то в районе 0,97-0,98, что как-то радикально расходится с наблюдаемой картиной распределения видимой и невидимой материи. Ну и понятно, отсюда наиболее естественным выходом из возникшей проблемы считается предположение, что помимо видимой материи и темной материи существует еще что-то, что составляет в районе 70% плотности энергии нашей Вселенной. Но, естественно, возникает очень важный вопрос, а что, собственно, это такое? На самом деле вопросов возникает очень много. Это такой самый яркий вопрос, который вот непосредственно отсюда проистекает, но их очень-очень много. Ну, особенно много становится вопросов, если мы попытаемся проанализировать процессы, связанные с квантовыми полями, с квантовой теорией, с физикой элементарных частиц в этой нашей расширяющейся Вселенной Фридмана. Ну, например, квантовая теория поля говорит нам, что при более высоких температурах, кстати, при более высоких энергиях и плотностях у нас должны были восстанавливаться некоторые исходные симметрии. Да, и у нас должны были в ранней Вселенной легко возникать, ну, скажем, те же магнитные монополии ТВО. Часто у нас, конечно, не хватает температуры для их рождения. А в ранней Вселенной, там, где температуры были порядка планковской, это, да, то есть порядка 10-19 степени ГЭВ, отвечали КТ, да, там они вполне запросто рождались. И, соответственно, дальше можно сказать, что вот как-то, конечно, потом были процессы их рождения и распада, но когда все остыло, новые монополии перестали рождаться, а закон сохранения магнитного заряда не позволял им распадаться. Они могли только аннигилировать при встрече монополия и антимонополия. И можно просчитать ожидаемую концентрацию этих реликтовых монополий. И она упорно все мои расчеты в рамках модели Фридмана и в рамках логичных теорий ТВО приводили к такой концентрации, при которых мы уже обязаны были увидеть, на пару порядков, превосходящих верхние ограничения экспериментально на их концентрацию, которая имеется у экспериментаторов. Но монополии не единственные экзотические объекты, которые могли рождаться в рамках теории суперсимметрии с дополнительными взаимодействиями.
В общем, в рамках тех моделей, что мы рассматривали физики элементарных частиц, в ранней Вселенной должно было нарождаться очень много всякой экзотики. Где же она теперь? Но и некоторые другие проблемы тоже еще у нас возникают. И ответа на эти проблемы у классической модели Фридмана, у классической космологии нет, как оказалось. И у нас встает вопрос о том, как связать квантовую теорию и вот эту космологию и с помощью этой взаимосвязи решить возникшие проблемы.